следующий. Вот здесь мы тоже, да, у кого не участок, да? Да, да, да. Просто да. Видите, сейчас они больше дали деньги же на ямочный ремонт. Угу. Сплошного асфальта может не быть. Но тут даже ни бордюр не надо, ничего. Вот тут вот сплошняком все, он один остался. В течение месяца мы в городе Темиртау ведем обследование дворов. Сегодня приходит общереспубликанская акция «Безопасный двор». Мы смотрим состояние дворов, смотрим состояние дорог внутри микрорайонов. Самое главное, будем обращать внимание на детские площадки, которые должны быть огорожены забором. Состояние дорог, состояние бордюров, насколько машин много нарушает правила, заезжают на детские площадки. Поэтому мы будем стараться фиксировать. Вот сегодня вот в городе уже подходит к завершению данное мероприятие, и поэтому у нас будет такой большой анализ для работы депутатского корпуса. Поэтому та инициатива, которая сегодня исходит от партии «Нур Отан», акция «Безопасный двор», я думаю, что она позволит более депутатам на депутатских комиссиях уже воочию, пользуясь фотографиями, видеоматериалами, реально посмотреть и направлять средства именно в те нужные больные точки города Темиртау. Буквально я на своем районе, на своем микрорайоне начал формировать программу действий, которая поможет пошагово решать именно те проблемы, которые сегодня мы выявим в результате обследования. Здесь деревья, так хорошо. Красиво, площадочка. Сейчас покрасится, побелится. Да, да, да. А там уже. А с той стороны садик?